Так это все происходит. Вот это водное такси. Нет. Сначала едем на тракторе. Едем на водном такси. На водном такси по суше. Но сначала на тракторе. Это не болото, это просто пляж. Тут трактор может заезжать. Поэтому так чистенько мы здесь. Какая тишина. Но потом мы пойдем на пляж. Нас бросил. Ой, какие красавцы. Вау. Я на хазе. Я на хазе, Маша. Валяка, вон там еще один. Рядом. Да, Маш. Ой, Мадим, еще. Yes, so wonderful. Amazing. Вау! Вау! Вот они прям перед нами были сейчас. Ах, вот они. Один. По счету один. Вот это прикол, вот это причал. Нас тут бросили! Спустились как пираты прямо на этот. Или как эти, или голы. Как хочешь, так живи. Дичайшая природа просто, не дикая природа, а природа дичь. Это настоящее приключение, не просто поход. Приключение. Каких-то 14 километров. С забросом на остров, с высаживанием на песок, с походом. Перерывчиком в заливчике. Ну, в общем, только все очень цивилизованно. Очень. Трек. Камеечка повтыкать на природу. Обалденная тропинка. По дороге в следующую бухту Барк-Бэй. Мне ваш напоминает тосканский архипелаг. Ты
Ты кто, Вака или Киви? Мне объяснилось, что Киви более длинный. Привет, товарищ. Не бойся, не бойся. Вот куда мы пришли. Медлендс Бич. Вау, 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 как рыба. Так, давай, лови кого-нибудь. Молодец. Высокая. Или животных. Самый романтический завтрак, который только может быть. Мы подходим к бухте Бак. Вот такая красота. Мы идем вторую часть пути. До следующей большой бухты. Эта тропинка более драматичная, чем та. Такие островочки. Вот, наконец-то мы подходим к своей последней бухте, из которой мы будем уплывать. И путь к ней был очень и очень даже нелегким. Но это какая тут красота. То, что тут ребята местные пишут, я имею в виду власти, там, в 1:20, 2 часа, это рассчитано, видимо, на крутых спортсменов. Реально. Потому что там ни слова не говорится о сумасшедших подъемах. А они просто сумасшедшие. И о камнях, о корягах, о корнях. Короче, мы на последнем участке пути. Подходим к последней бухте. Самый тяжелый километр. С которой будем уплывать на кораблике. Это было очень даже нелегко, и мы даже не представляли себе, какие подъемы мы
преодолеем, какие спуски. Ошибались пару раз. У меня даже по дороге. Да? Надо в бочку зайти, а потом спуститься. А таких у нас немерено. Здравствуйте, лисеница. Короче, еще ошибались пару раз, это добавило нам еще пару километров легко. Этажей 60 тоже. Ну, мы дошли. Вот они, последние метры пути. И вот она, награда. Вот она, бухта Онетью, уху, в жизни я не выговорю это. Вон наш любимый остров, с другой стороны, на этом диком берегу стоят туалеты, это уже мы не говорим, и стоит вот такая кухня. Для всех. Каждый может ей пользоваться. Только надо за собой убрать. Больше ничего. Нигде никакой ни бумажечки, ни сориночки. Потому что здесь нету никаких мусорных баков. Просто принято весь мусор забирать с собой. Короче, мы совершили крутой поход. Довольные. Сейчас небольшой перекус и поплывем обратно. Море, и солнце, и пляжик, и бухточка. Мы довольны. И счастливы. Вас довольны. Сделали такой спорт. Вау, вау, вау. Особенно последний километр был непростой. Вот такой подъемище. Сейчас, видимо, был прилив. Какой прилив? Здесь была мель. Вот себе, как они рисуют. Он заплывает на катере, на трактор, на тележке. Трактор нас тащит. Вау. Летаем, дорогой. Красавчик. Огромный пляж. Почему он мокрый? Потому что он заливается водой во время прилива. Сейчас, видимо, отлив.